приветствую вас. Ага, ну, смотрите, вы пишете, помогите справиться с истериками своими, чем дальше, чем чаще я заношусь, во мне все кипит, я не могу остановиться, прямо кменит меня. Значит, ну, здесь какая-то злость, да, очевидно, здесь имеется злость, здесь имеется, вот вы обиду сказали, там, дальше, вот. Ну, вы говорили, вы сказали, что обиды у вас еще есть. Вот. Я думаю, что, как минимум, свою злость нужно прожить. Вот. То есть, вообще говоря, ну, как бы, нужно посмотреть, да, нужно посмотреть, что именно вызывает у вас этот вот чувство обиды, вот, что именно вызывает у вас ощущение обиды, что именно вызывает у вас чувство злости, что именно вызывает у вас ощущение злости. Ах, вот. Ну, просто потому, что это, опять же, очень такая вот важная история. Как это все образуется у вас? Как вы к этому приходите? Я думаю, что вряд ли так было всегда, да, то есть, ну, вряд ли так, в таком состоянии вы находились всегда. Вот, я думаю, что имеет смысл поисследовать это, я думаю, что имеет смысл посмотреть, вот, как-то, как вы к этому пришли, да, вот, имеет смысл поисследовать этот момент, потому что, ну, к обиде все-таки просто так не приходит. И чувство злости, да, его так просто не испытывают, вот. То есть, то, что вы чувствуете, это следствие определенных переживаний. То, что вы чувствуете, это результат того, что вы ощущали в себе, ощутили в себе. Да, ощутили в себе, и подавили себя благополучно, вот. Ну, спустя какое-то время. И, соответственно, ситуация сейчас, она выглядит вот, ну, выглядит таким образом. Вот, что вам просто-напросто очень-очень-очень-очень тяжело, вот, тяжело и трудно. Себя ощущать, по большому счету. Я так вот полагаю. Так что здесь нужно только вот посмотреть, как вы конкретно, значит,
к этому пришли. И чтобы понять, как из этого, в общем-то, выйти. Тут по-другому, наверное, никак. Дальше. Значит, вы пишете, что мне хочется от обиды прямо умереть, да? Обиды на кого, на что, обиды от чего, нужно разобраться. А я схожу с ума? Нет, я не думаю, что вы сходите с ума, у вас просто ваши чувства и эмоции дают колебаться. Я пью успокоительный, в момент обиды или непонимания меня клинит, я завожусь до истерики. В момент обиды и непонимания на что, на кого, я боюсь, что с ума схожу. Ну, сойти с ума, да, он очень такой, достаточно важный, и с ним, с этим страхом, связан ряд вещей. Например, вам хочется освободиться от чего-то, что вас беспокоит. Вот. Ага, и на мой взгляд, нужно посмотреть, что вас беспокоит. А вот, все-таки, что вас тревожит. Понимаете? На мой взгляд, это очень важно. Очень важно понять, что вас обижает, злит, напрягает и прочее. Ну, вот. По моему мнению, по крайней мере. Дальше. Ага, значит, есть ли методы самоконтроля или только психологу мозги вправлять? Да, только психологу. Но не вправлять мозги, это не совсем... это не совсем верно. Позиция, она мне, если честно, не нравится. Вот. Работать над собой, да, учиться себя понимать, учиться исследовать свои потребности, да, свои желания. Вот. И так далее. Вот. Такая вот история. Вот. Значит. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Вкратце, в общем, я могу сказать, что обида, она связана с тем, что человек чего-то ждет, человек чего-то ждет. Вот. Что занимается ожидание, ответственность.
глаза, которые человек перекладывает на других людей. Вот. Ну, в данном случае вы перекладываете на тех, на кого вы обижаетесь. Я так думаю. А, вот. Дальше. Истерика. Это... Ага. Потребность во внимание. То есть вот вы нуждаетесь во внимании, вы нуждаетесь в подтверждении своего, чувства значимости, вот. Ну, а вам этого, соответственно, не дают. Из-за чего вы и нервничаете. То есть это вопрос ощущения собственной значимости и вопрос собственной реализации, на что вам необходимо обратить свое внимание. Да? Именно в этом вам может помочь психолог. А обида и злость — это всего лишь следствие, не более того. Следствие проблемы, следствие трудности. Но это именно следствие. Не причина. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.